йоге. Утро в Америке делает зарядку. Кацу на велике, хлопья на завтрак. Бургер на ужин и русский паспорт ей больше не нужен. У моей подруги, где улица Астрид, к ней на чай заходит какой-то Джон Смит. У нее квартира в штате Иллинойс. Я по скайпу слышу голосовой. У нее был план уплыть за океан, но ее поймал капкан. Бьется бутсон и в черных кварталах качает музон. Да, у нее был план уплыть за океан, но ее поймал капкан. Сама обман. У нее был план уплыть за океан, но ее поймал капкан. Thank you.